30 августа 2023 год. Ну вот какую-то уже луну получается у меня со смартфона снять. Сегодня полнолуние, кроме того, суперлуние, луна в перигее, то есть ближе всего к Земле. Точных данных не знаю, ну там сколько, от 356 тысяч до 405 тысяч расстояния от Луны до Земли по орбите Луны. Вот это я меняю выдержку. Сейчас у нас тут сверху еще есть Сатурн. Сейчас Луна засветится, но Сатурн должен появиться. О, вот он. Вон он виден, Сатурн. Вот сейчас он посередине экрана. Уменьшаем выдержку. Теперь нам хорошо видна Луна. Ну, давай фокус попробуем поменять. Ну, это уже хоть как-то похоже на съемку Луны, а не просто на расплывшееся пятно. Да, ну хорошо. Еще из хороших новостей, я надеюсь, что в ближайшее время попадет ко мне мой фотоаппарат Nikon Coolpix P1000. Это я меняю ISO. Ну, просто в пятно расплывчато превращается засвеченная луна. И надеюсь, пока я сейчас в Запорожье, возле города Орехов, здесь сельская местность, надеюсь, позволит нам погода снимать небесные события, на небосводе всякие происшествия, события с увеличением оптическим 125 крат. Ну, вполне уже как-то приемлемо. Полная луна, ближе всего к Земле. Так, а где у нас Сатурн? Еще раз напоследок сниму. Вон он. Ну сколько? Луна у нас получается половина углового градуса, то есть 30 минут. Сколько здесь лун помечается? Градус, да, в 3 градусах, наверное, угловых. Ну ладушки. 30 августа 2023 год. Запорожская область, вблизи города Орехов. Сняли полнолуние. Приятно.